Первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина провела встречи с трудовыми коллективами одинцовских учреждений здравоохранения, образования, ЖКХ. В ходе этих последующих встреч Лариса Евгеньевна отчитывается о своей депутатской деятельности за прошедший год, о реализации наказов жителей и партийных проектах, знакомит с изменениями в законодательстве Московской области. Важнейшими направлениями стали в последние годы волонтерская работа, поддержка беженцев. «Единая Россия» продолжит помогать нуждающимся, подчеркнула парламентарий.